Мир из кусочков ткани. В Координационно-методическом центре культуры и творчества открылась выставка «Моя лоскутная судьба». Проект посвящен пятилетнему юбилею творческой группы «Сентябрь» и собрал в себе самые лучшие работы. Все работы именно этой творческой группы, они очень разнообразные, они не похожи одна на другую. У них у каждого свой почерк, свой характер, свой способ сшивания, да, то есть у них свои характеристики у каждой работы. Они удивительны, уникальны по-своему, и те любители лоскутного творчества, которые сегодня пришли на нашу выставку, это действительно люди, которые шьют. Всего на выставке представлены работы 9 мастериц. Здесь можно увидеть традиционные лоскутные одеяла и скатерти, декоративные панно, необыкновенные подушки, сумки, наряды и даже картины. На первый взгляд кажется, что эти работы довольно просты, но в действительности на создание одного такого шедевра уходит невероятно много времени и сил. Мастера продумывают каждую деталь и мелочь. К сожалению, для многих, особенно в Иванове, лоскутное шитье представление, что это что-то такое от нищеты, у бабушки на печь, и вот так. Нам хочется вот этой выставкой показать, что лоскутное шитье сейчас приближается к произведениям искусства. То есть это высокого уровня. Многие представленные здесь работы получили высокую оценку на выставках в Москве, Петербурге, Англии, Франции, Чехии. Но мало кому известно, что путь к успеху выдался долгим. Многие мастерицы творят уже 20 лет, и это увлечение для них стало смыслом жизни. Ну, для меня лоскутная мозаика – это все. Потому что в моей жизни произошли такие тяжелые события. И благодаря вот увлечениям я пережила все это. Понимаете как? Это творчество меня просто спасает, не дает мне, ну, так сказать, войти в депрессию. Насладиться исконно русским творчеством ивановцы смогут до 9 апреля. Также во время выставки будут работать курсы лоскутного шитья для начинающих и семинары для уже опытных мастеров и мастериц. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.